Люди добрые, всем привет. Значит, записывать нету ничего, а работы нету до сих пор. Взяли только на завтра загрузиться. А в понедельник, конечно, деливери сделать, разгрузиться. Так что завтра поедем на загрузку. Будет весело и познавательно. А, как говорится, нечего снимать, а подписчиков поздравить надо с днем рождения. Без этого никак. Так что, Сергей Букарев, здорово тебе, Серега. Я смотрю, ты в выезде, на дальняк пошел. Пишешь: дядя Вова, добрый день. Поздравьте, пожалуйста, моего сына Вадима с 4-летием, 19 ноября. Я в рейсе и на его праздник не попадаю. Вот так вот. И так бывает у нас. Ему будет очень приятно. Спасибо. Я также сама не попал на своего внука день рождения. Или внучки. Не помню. Вот когда во Флориде был, у кого-то было день рождения, и я не вернулся вовремя. Вот так бывает у нас водителей. Так что, Серега, ты там держись. Мы привет передадим Вадиму, твоему сыну, и от тебя. Так что, Вадим, папа за тебя переживает, папа тебя любит. Так что от Сергея, папа, тебе огромный привет. А от дяди Вовы особенный happy birthday от дяди Вовы из Америки. Так что всех благ тебе, с 4-летием тебя поздравляю. И всех благ тебе желаю. Вот так вот. Расти большой и слушайся родителей. Спасибо, что смотрите. Так, мужики, кто не знал, так как я тоже не знал, что с Roadworks, компания такая, да, Roadworks, все хромированные вещи делает, с нержавейки, там, chrome, whatever, можно заказывать, оказывается, самому. Делаешь себе аккаунт, и они присылают. Так что, очень классный бампера у них. Значит, Classic Style. Вот он, бампер. Я уже написал здесь. 14 года. Перебил 3.9. У кого Kenworth, ставите Kenworth. И погнали. Вот как на фотографии Кеша. 20 инчи бампер. Значит, давайте скажем так. Начнем с Box End. Box End это ровный. И Long Radius. Радиус это у нас бочина. И Recessed License Plate сделаем. Yes. И вот такой бампер у нас получается. Это как у меня на Кеше стоял. Он как бы называется американский игл. Вот это угол. Ровный угол с большой бочиной. Цена 1259. Теперь вместо Box End мы берем Miter. Вот как мне новые нравятся бампера. Miter End. И вот такой получается изгиб. И еще и бочина есть. Под Kenworth крыло. Если мы эту бочину берем маленькую, вот это Long Radius, да? Радиус. А мы берем Short Radius, сразу же идет на петруху. Вот он, петруха. С оригинальным крылом. Маленький радиус сбоку, прям под крыло вырез красиво идет. И когда его уже опускаешь на пол, трака занижаешь, очень красивая такая комбинация будет. И еще и license plate, видите, вот. Как бы окошко, куда цеплять номер. То же самое. Значит, цена его 1259. И ждать надо 3 месяца. 3 на 4, 12. 10 до 12 недель. Это только пока они его вышлют. Пока сделают и вышлют. А если такой же самый взять не Miter End, а Boxed End, то видите, вот сразу же получается.
Он просто квадратный. Квадратный, сбоку маленький загиб. А если берешь большой загиб, тогда уже он как бы на Кенмарса крыло идет. Или, как у меня на синем Петрухе стояло, большое крыло. У меня на Петрухе такой же бампер был и большое крыло. Но я уже такой себе сетап не хочу. Хочу маленькое крыло, оригинальное. Miter End бампер. И Short Radius. Именно вот такой бампер. Очень красиво сидит сбоку. И очень красиво у нее перец срезанный наискось. Куда ставится снизу, лампочка прикручивается. Вообще шикарный бампер. Короче, дело к ночи. Делаем сейчас логин. И вот что мы видим на моем аккаунте. История заказа. Order history, да? Вот этот бампер, ребята, я заказал. 1487, $1500. Я его заказал 3 ноября. Так что ждем 3 месяца 3 ноября. И где-то что-то должно прийти. Так что готовимся, чтобы сразу опустить его. Посадить на подушки. Бампер сразу поставим. Все будет четко. Значит, за чего такая цена? С 1259. Значит, recessed вот этот plate holder, да? Куда номер прикручивается. Если ставишь нет, то сразу цена становится 1124. И он без нее, без выреза посередине бампера. Нету окошечка, да? Ну, я уже думаю, раз все равно такие бабки отдавать, то уже доплати там каких-то $150. Получается 1259. Вот ложите в свою тележку. Add to your cart. Check out. Короче, надо опять там заполнять, адрес свой ставить. Хотел вам показать, сколько будет присылка стоить. Если в 4 State Trucks, да, я все заказываю, то там 400, по-моему, $50 или что-то такое. 400 с лишним долларов, чтобы прислать бампера. Эта же компания, которая делает бампера, всего берет $100. За любой бампер $100 и все. И присылается. И плюс такса. Такса шмакса. $100 присылка, и получается около 1500 бампер. Так что бампер заказали, бампер идет. Сижу, читаю комменты, и вот комментик. Виталий Панишев. Напиши, когда у твоей мамы день рождения. Я просто так никому сейчас приветы не передаю. Поздравить на день рождения могу, но здесь даты нету. Василий Судик пишет, а кто хочет отменить Рождество, демократы? Ну да, Белый дом. Пациент, старенький пациент в Белом дому. Константин Труп, дядя Вова, привет. А когда поставишь КПП 13 спит или 18 спит? Как только Костя нам деньги пришлет, так сразу. Михалыч 34, с Дамиром 100%, я вам седлушку поставлю новую, пассажирскую. Сергей Александрович, а вот был ли N14 Signature 600, или это просто Tune Select Plus до 600? Значит, Серега, был после N14, N14 последний шел черного цвета мотор с красной крышкой, это шел Plus. А уже Signature 600 и вышел. Это я так вспоминаю, что это первый ISX. Он красного цвета. Signature 600. Вышел первый Cummings красного цвета. И его прозвали здесь в Америке Red Devil. Красный дьявол. То, что у него тяга реально была как у дьявола с подземелья, или как это сказать слово. С подисподней. Вот так. А
Анатолий СРТ спрашивает: привет, дядя Вова, когда будем ставить фары? Вот, ребят, вы реально не смотрите, да, видео, не слушаете? Ждем коннекторы. Коннекторов нету, фары не ставятся. Провода на траке я резать не буду. Дмитрий Россиянский. Дядя Вова, привет. Покажи, пожалуйста, как ты крепишь камеру к зеркалу. Камеру к зеркалу. Купил специальную примычку. И все. Но я засниму ее как-нибудь. Может, завтра, если не забуду. Прикручивается на два болтика. На саму железяку круглую, на чем зеркало сидит. И все, и камера сверху прикручивается потом. Так что, мужики, небольшой такой ролик на сегодня. У меня, как всегда, детвора дома. Так что я пошел с ними играться. А вам небольшой ролик с поздравлением. День рождения — это как бы обязательно. Так что, все, народ, до завтра. Завтра идем загружаться.